Всем привет, ребята, еще раз. Так, ребята, мы сходили в наш польский магазин и приобрели вот такую штучку для вещей, сушки вещей. Вот. Стоит она 10 евро, я считаю, это нормально. Она нам пригодится на долгие времена. Также купили подушку, купили два на матрасника. Не знаю, сейчас будем мерить. Я распаковывать не буду, вот вы можете увидеть. Взяла два на матрасника, надеюсь, что подойдут, еще не мерили. Что мы еще покупали, кроме этого всего? Мы зашли в Алти. Зашли в Алти. А, подушка 11 евро стоит, а вот эти два на матрасника по 6, практически 6 копейки, ну 7 евро. 7 евро, 7, 14, и плюс подушка 11, и... Сушилка, десятка у нас вышла. Я считаю, сушилка самая нормальная, что, дай бог, чтобы она простояла, нормально работала, потому что, мне кажется, когда-то у нас в Харькове сломалась, помню, какая-то непрочная была. Ну, надеюсь, нормально. Используем, потом, может, покажем где. Ну, это не столь важные такие закупки. Дальше мы зашли в Алди. Нужно было докупить продукты, потому что в холодильнике практически ничего нет, кроме картошки и креветок. Креветки взяли, яйца взяли, у нас грибы есть, что-то придумаем. Надо приготовить вареные яйца, грибы, не знаю, жареные, не знаю, что придумать. Виноград мы взяли, потому что был по скидке. Почему-то я его сегодня не заметила, вчера я там купила. Сегодня взяли этот виноград, евро 60, да? А, евро 60? Виноград. Ну, евро 50, да, я ошиблась, боже, что у меня с ногти, срочно. Евро 50, да, с два винограда, это нормально, я считаю. Ой, что мы еще взяли? Взяли попить, потому что пить хочется, почему-то стало жарко в комнате. Видите, как мы сушили вещи? Приходится и такое на диване, да, используем. Что еще купили? Купили по скидке. Самое дешевое, что может быть, с продуктов, с мяса, с рыбы, это замороженные рыбные палочки. Поэтому у нас морозилка появилась, поэтому они были по скидке. 2 с копейками, ну, 2 евро с копейками, я имею в виду. И мы взяли, потому что у нас морозилка появилась, немножко приготовили, сразу морозилку можно. Мы брали раньше, нам было нормально, приготовить можно и есть спокойно, я рекомендую, потому что тут... 50% мяса, но то, как я вижу, здесь может писаться, что это 100% мясо, я не знаю. Я не вижу, не вижу. Они не расписывают особо, может, я не вижу, ну, короче. А, они даже написали, нет, 49%. Что 50% мяса. Ну, я так и считала, что здесь 50% рыбного мяса, это правда, потому что белое мясо, оно чувствуется. Я не знаю, что это, и какой рыбы, точнее, но мясо есть. Так что советую, можете пробовать такие палочки рыбные в Германии, кто живет. Рекомендую. Там мы взяли майонез, такой для салата, там для всего. Взяли подсолнечное масло, потому что закончилось, тоже дорогое, 4 евро. Что еще мы взяли? Взяли рис, потому что уже риса нет, у нас только картошка, рис. Все, праздники закончились у нас, а то блюдо, картошка, рис. Больше ничего нет. Дальше, что еще мы взяли? Взяли по скидке, вот, прошутто было, типа прошутто, 30% евро чем-то. Вес тоже 200 грамм, мы когда-то брали, нормальная колбаса, можете пробовать, есть вареная колбаска. Сахар, цукор у нас закончился, так уж взяла. Цукор. Бачиш, не сахар, даже в Германії пишеться, що цукор, а не сахар. Чи як там буде? Не буду говорити. А, і все. Я хочу доставати. Ось така, ребята, закупка. Продукти в Алді вийшли, вот это, що ви бачите перед собою, не знаю, ціни піднялись, то ли що. Очень дорого все, вроде ничего такого нету, как бы вы видите, ну виноград, что, ну палки замороженные и какая-то типа 200 грамм прошутто,
Не, я, и то я не скажу, что это какая-то прошутка, это просто вареная колбаса. Чтобы вы понимали, это все вышло на 22 евро. На 22 евро с копейками, но сам факт, что это, я считаю, очень дорого. Цены с каждым днем поднимаются, я не знаю. Как? Я знаю, с чем это, конечно. Не хочу начинать, поэтому просто я считаю, что теперь надо ходить в Aldi, другие магазины, подсчитывать, что сколько стоит уже. Например, мы знаем, что сколько стоит. И расписывать, идти в магазин и знать, что ты будешь покупать. Потому что, ну, не знаю, это нереально. Например, мне кажется, что одному человеку, вот, например, это дорого, 22 евро, ну, извините, я считаю не за эти продукты. Спасибо, конечно, за все, но цены реально очень сильно поднялись, и это усугубляет ситуацию беженцам, не беженцам, немцам своим, я думаю, как-то справимся, конечно. Что я хотела вам еще показать. Вот это все мы скупились. Можете видеть. Елка еще до сих пор стоит. Убирать будем. Вот та самая знаменитая тумба. Или мини-шкаф. Я не знаю, как это называть. Называйте, как хотите. Это мы приобрели. Нам помог наш волонтер знакомый. Голландец. И он всегда нам помогал. И в этот раз он решил, сказал, хотите, вам просто привезу. Говорит, просто за перевозку можете заплатить 10 евро. Ну, мы, конечно, согласились, только у нас мало шкафчиков. И я считаю, это прелестно за 10 евро привезти такой мини-шкаф, мини-тумбочки для документов там всяких. То, как находится в Германии, то знает, сколько может быть документов. В каждой должна быть своя полочка. Не знаю, ну, я считаю, это хорошее. Сюда можно цветочек поставить, тут документы будут. Что угодно, хоть косметику. Чем что-то придумаем, что-то поставим. Ну, я считаю, 10 евро, поэтому можно было взять. Мы так и решили и приобрели этот мини-шкаф, я не знаю. Такие дела, погодка у нас не ахти, уже темно. Темно, дождь сегодня целый день. Как вы видите. Ой, занавеска. Ну, может, дождь прекратился, но сама погода нам не нравится. Вот такие дела, ребята. Пишите, как вам цены в Германии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И не забывайте про нас. Всех люблю, целую. До скорых встреч. Пока.